Информация брестских милиционеров. На Брещине задержан курьер телефонных аферистов. В милицию обратился 86-летний кабринчанин, который стал жертвой телефонных аферистов. Пенсионер поверил в историю о ДТП, виновницей которой якобы оказалась его дочка. За непривлечение родственницы к уголовной ответственности мужчина передал прибывшему курьеру около 5000 рублей в эквиваленте. Оперативники установили личность и задержали 23-летнего местного жителя. Фигурант признался, что нашел предложение о криминальном заработке в интернете и выполнял свое первое задание. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех участников преступной схемы. Деньги, изъятые, будут возвращены пенсионеру. При поступлении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор и сообщить о произошедшем в милицию. Лица, выполняющие роли курьеров, отвечают по закону и несут обязанность по возмещению материального ущерба. Очень благодарен работникам Кобринской милиции и всем остальным, кто помогал найти преступника, который меня обокрал. Спасибо вам большое. Каждый человек не раз сталкивался со странными сообщениями. Многим звонили и выведывали их личные данные. Кому-то писали с просьбами перечислить денежные средства даже их собственные друзья, страницы которых, как оказывалось, позже были взломаны.